История «Динамо» началась еще в 1923 году. Сейчас в спортивном обществе состоит более миллиона человек. О том, как развивалась организация «Динамо», сминовцы увидели в документальном фильме. Один из первых рекордсменов страны и Европы Николай Азолин. Первой нашей чемпионкой Европы стала динамовка Евгения Сеченова. Дискоболка Нина Думбадзе, одна из первых динамовок, установила мировой рекорд. Иван Степанчонок, чемпион и рекордсмен страны, а впоследствии главный тренер наших легкоатлетов. Виктория Комова тоже одна из знаменитых спортсменов общества «Динамо». Как начала заниматься спортом и как стала чемпионкой? Виктория отвечает на вопросы сминовцев. Самым первым тренером была мама. В 14 лет захотела бросить спорт, но не смогла. И теперь здесь, в ВДЦ «Смина», показывает мальчишкам и девчонкам медали с Олимпийских игр. Белый и синий – цвета спортивного общества «Динамо». По словам заместителя председателя Всероссийского совета общества «Динамо» Владимира Тимошина, цвета символизируют стремление к победам и новым спортивным вершинам. Гость рассказал, как встречался со знаменитыми динамовскими спортсменами, что значит «Динамо», и пожелал мальчишкам и девчонкам пронести дружбу и воспоминания о форуме ВДЦ «Смина» через года. Представляете, когда дети по складу несколько разные из разных регионов страны, приезжают, общаются, видят интеллект, видят своеобразие и поддерживают друг друга. Сфотографироваться с гостями смог каждый участник форума. Хочу пожелать динамовцам удачи, успехов, чтобы шли к своей цели, никогда не сдавались. И вперед, и только вперед.